И вновь привет, мои дорогие друзья. Мы что ж, продолжаем сегодня проходить Shadow of the Colossus. Нас ждет второй колосс, который медленно движется в пещере у моря. Нам нужна наша лошадка верная. Помолись перед ним, и твои раны исцелятся. А. В любом случае нужно проверить. Я очень бы хотел увеличить себе количество жизни, либо стамин, возможно, что-то. Кстати, обратили внимание, у нас теперь есть небольшая полосочка вокруг стаминки. Мы себе не показалось, конечно же. Так, а в какую сторону нам, собственно, двигаться-то нужно? Кажется... Нет. Туда, за храм. Ну что ж, в поиски, друзья. Отправляемся. По этому гигантскому просто мосту мы сюда прибыли. Оу, нам бы не упасть. Вот это видок. А вот и море. Давайте-ка немножечко притормозим. Тише, лошадка, тише, 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 хорошая. Ну тише. Вот, 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 вот. Так. Прямо вот там. Как же туда спуститься? Хотя, кажется, вижу путь. Пишет. А, самоубиваться лошадка, разумеется, не хочет. Молодец, умница какая. Управление нашей коняшкой здесь, конечно, сделано из рук вон, ну так себе. Поиграв в какой-нибудь Metal Gear, ты понимаешь, что такое хорошее управление коником. А здесь оно, ну, такое. Вот это длинный спуск вниз. Так. Ага, это намекают. Ну, мы и так знаем где, но нам намекают еще раз. Куда нужно посмотреть. И кто-то тут пытается пробиться явно. Ну что ж, мы спустились. Готовимся морально.
Ба, какая красота. Как он дружелюбно на нас смотрит, даже... Так. Вопрос на миллион. Как к нему добраться? Потому что у него... Нет шерсти на... Ага, вижу. На копытах у него есть уязвимые места. Давай посмотрим, что у него по... Блин, должно быть ровненько на голове, наверное, да? Да. Опа-па-па-па! Скачи, скачи, скачи! Кто-нибудь, научите эту лошадку правильную сторону... Так, шевелиться. Давайте достанем лук. И попытаемся выстрелить в копытце. Плевать на нас. Ладно. Опа. А, вот и шерсть, вот и шерсть. Нашли шерсть, прекрасно. Забираемся теперь. На самую-самую его. Блин, так стамина быстро тратится. Так, ну что, здесь уже кажется, можно просто бегать. Так, нет, не пытайся настрихнуть пока, подожди. Схватился. О, какой он... Так, осторожно. Где, где, где твоя? Вот он. Ясно, я понял. Как долго придется тебе? Стамина заканчивается. После этого нужно прийти в себя немножечко. И нет, 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 не падать. Господи. Схватиться. Успел. Восстановим еще немножко. Все полное. И можем. Интересно, а где у него еще будет уязвимое пятно? Где-нибудь в власти нибудь. Бедно, мне его даже в каком-то смысле жалко. Все. У него должно быть три таких пятна, значит, раз. Осторожно. Да.
Каким же я себя злым чувствую, а? Ни в чем не повинную животинку убиваю. Она еще ничего сделать не может. Интересно, она вообще может задницей тряхнуть или нет? Ага. Вот это новость. А где теперь, я вообще понятия не имею. Нет, только не... Серьезно? Можно здесь ухватиться? Вау. Сейчас залез, потому что я все, кажется, падаю. Нет. А тут не сильно ты разбиваешься на самом деле. Нет, блин. Успею, не успею бежать, пока он не этот. Еще бы найти, где у него уязвимость. Вообще, я думаю, это делать лучше с земли. На самом деле, искать было бы уязвимость. Полезли, полезли, полезли. А, вот и она. Сама нашлась. Только здесь нужно действовать быстро, потому что у нас не хватит на все. Я могу немножко залезть просто повыше и передохнуть тут там. Да. Он пытается нас тряхнуть, и у него почти получается. Давай, давай. Боюсь, мне не хватит на все стамины. На два удара еще должно хватить. А там два удара и нужно. Черт, надо сильнее, сильнее, сильнее слегка. Черт, не начинай, не начинай. Нет, 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 нет. Очередной колосс повержен. Он чернеет и снова меня накрывает неведомая тьма. Хочу назвать ее по-другому. Ну, сейчас посмотрим, что она будет Полог вздымается в небо. Ну что ж, друзья, нам увеличили немножечко нашу стамину или нет?
А не сказал бы, нет. Кажется, немножко увеличили. Судя по всему, она как раз светится. Ну что ж, это было несложно опять. Интересно, но несложно. Давайте-ка посмотрим, куда нас зовет следующий колосс. Ну, это, скажем так, туда же, где мы были, только дальше. Не спускаться вниз, а поехать в те красные горы. Серия получилась хоть и не длинной, но очень скоро выйдет следующая, друзья. От вас я, в свою очередь, жду мнения по поводу того, что увидите. Возможно, каких-то советов, что я могу делать неправильно. Ну, а мы, как обычно, очень скоро услышимся. Пока.